Мы пришли в лес. Смотрите. И вот такой вот колодец. Так, колодец с водичкой. Люди только что несли отсюда воду. И написано: «Шануйте цю красой берегайте, примножайте ее, та не вбивайте». Ведерко на цепочке и вот такой вот глубокий колодец. Баночка стоит, кто хочет попить, леечки. Вот, это на выходе из парка. Парк или лес, я не знаю. Сейчас покажу вам дерево тут такое. Еще прикольно. Унитаз. Унитаз. В нем растут цветы. Так, наша лисочка, идем. Что это за веревка? Это, наверное, привязывает тут скотину, чекову, блин. Идем, веревка. Не бойся. Так, вот такое гигантское дерево. Что с ним случилось? Неизвестно. Кругом лес. Птички поют. А мы идем дальше. Какие-то овраги. О, люди гуляют. Так, мы тут не одни. Люди гуляют. Ага, вот такие-то тропинки. Дорога вверх, дорожка сюда, тут дерево, вот, ну мы пойдем вниз. Вот еще дорожка, налево развилка и виднеются дома чьи-то. Так, вот такое дерево, видно, упало. Лежит в парке. После дождя тут грязь. Плюш оплетает деревья. О, высоченные деревья. И вот тоже. Ого. Вот это дерево упало огромное, прям с корнем. Его вырвало. Тоже интересное деревце. Какие-то дикие цветочки растут. Наверное, дикая яблоня. Вот множество деревьев. Даже на мотоцикле едут. Еще яблонька цветущая. Куча тропинок. Не, ну в принципе, смотрите, тут реально можно где-то костерчик. О, кто-то костерчик тут разжигал. Ну что, давно, Алис? С собой не мали. Давно еще разжигали костер. Можем что-нибудь поджарить. А, ну мы их не купили. Так, идем вниз, 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 вниз. Поднимали вверх, теперь идем вниз. К машине. Какие-то метки на деревьях. Вот еще тоже дерево упало. Так, смотрите, огромное дерево. Что? Так, и вон дерево упало тоже. Начинает темнеть. И там деревья попадали.
Ух ты, какой тут шум. Аж страшно. Очень много деревьев попадали. Так, вот уже огромное дерево. Бревна лежат. И вот. И вот лежат деревья. Как попасть? Приступить идут они? Да, идут. Вон деревья тут. Дикая яблоня, что ли? Ух ты. Красный листочек. Коряга. Тут еще грибы. Пенечек срубленный. Все, подходим уже к дороге. Мы пошли по этой дорожке, а вышли с этой дорожки. Так, тут какие-то цветочки мы нашли. Вот такие нежные цветочки. Не знаю, что это за цветы. Все, выходим сейчас уже к трассе. Тут еще могилка, веночек, цветочки чьи-то. И костер тут опалит. Так, вот мы плавно и вышли уже к дороге. И все, подошла наша прогулка к концу. Мы выходим из этого леса.